Ибрагимова Екатерина, 200 рублей по поводу выживания в космосе. Я думаю вообще закончить рубрику «Один блок в космосе». Чего-чего? Чё-то как-то она подписчикам не понравилась, поэтому я думаю ее закончить. Вот. Пока я в раздумьях, на ее место думаю какую-то другую рубрику сделать. Но пока я не знаю, останется ли она на канале или нет. Вот такие вот дела. Как скоро меч по одному блоку в космосе? А вот я только что сказал то, что я не знаю, возможно, эту рубрику закончу. Вот, я еще запишу, наверное, 1-2 серии, возможно. После того, как вернусь с Алтая. Но, возможно, я ее закончу.